Коррупция королевских масштабов. В Саудовской Аравии под стражу отправили 11 принцев. Членов королевской семьи обвиняют в коррупции. Под подозрением 4 действующих и десятки бывших министров. По версии следствия, политики участвовали в финансовых махинациях. Украдены были деньги, отправленные на борьбу с наводнением в Джидде. В 2009 году стихия унесла жизни более 100 человек. Король Саудовской Аравии заявил, что задержание – часть большой кампании. Цель – покончить со злоупотреблениями во власти. Принцев в стране еще много – от 5 до 7 тысяч человек.